Свыше 1 тонны гуманитарной помощи собрали алматинцы, пострадавшим от наводнения. Добровольцы целыми сумками приносят пожертвования в специальный штаб. Он работает с 29 марта. Сейчас оказавшимся в зоне подтоплений в основном требуются продукты питания, теплые вещи, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Волонтеры призывают всех откликнуться и помочь соотечественникам в трудной ситуации. Штаб у нас расположен на базе комиссии Централ-Малинского района. Здесь мы принимаем вещи по определенному перечню необходимых вещей. Продукты первой необходимости, которые хватает на долгий срок, удобны в использовании. Это консервы, сушки, чай. Помимо этого у нас есть большой спрос на хозтовары, матрасы, одеяла, фонарики, пауэрбэнки, генераторы и многое другое. Ну и также средства гигиены. Волонтерский штаб работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера. В нем задействованы порядка 50 добровольцев. При необходимости они также готовы выехать в регионы для оказания помощи пострадавшим от наводнений.